Здесь ваша очередь пришла. Вы не просите, если гитары у вас будут? Пожалуйста. Вообще, как все с гитарой? Хорошо. Хорошо. Классная гитара. Подержать телефон. Это песня называется из альбома «Между строк», который мы написали вместе с моей подругой, которая живет в Сельянке, Мариной Лифантьевой. Наш проект называется «Песня двух городов». И песня, которую хочу исполнить, называется «Тонкая стена». В принципе, все. Послушайте. Стремительно струится бег минут. Они к расставанию ведут, как беспощадны стрелки на часах. Я все вновь тону в твоих глазах. Сметель за иронией скрывая, беспощадный стрел на часах. Я вновь и вновь тону в твои глаза.